Всем привет! Сегодня видео будет для новичков в мире полимерной глины. Давайте попробуем сделать жвачку Lovis. Итак, для начала из остатков полимерной глины нужно сделать основу жвачки. Катаем шарик, затем берем плоскую поверхность ровную. Я взяла вот такую крышку и начинаем формировать прямоугольную форму, слегка придавливая шарик по всем шести сторонам. После берем желтую глину, разминаем и раскатываем тонкий пласт. Начинаем этим пластом оборачивать нашу основу. Оставшиеся края загибаем стеком. Готово. Дальше из белой и розовой пластики сделаем сердечко. Из желтой и полупрозрачной белой катаем тонкую колбаску, из которой формируем буквы. Кладем буквы на полученную жвачку и запекаем при той температуре и времени, которые были указаны на упаковке от вашей полимерной глины. Осталось салатовой краской покрыть боковые завернутые стороны и покрыть все глянцевым лаком. Все готово. Можно сделать вот такой брелок или любое другое изделие, какое вы сами пожелаете. Надеюсь, что видео оказалось полезно для тех, кто только начинает лепить из полимерной глины. Спасибо большое за просмотр. До следующих видео. Удачи. Всем пока-пока.